Галина Булатникова преподает игру на баяне уже 30 лет. Она уверена, талантливого ребенка видно сразу. Для нее каждый ученик – это большая радость и ответственность. Многие выпускники пошли по стопам своего педагога и тоже посвятили жизнь музыке. Но даже те, для кого это осталось лишь увлечением, состоялись в жизни, говорит Галина Петровна. Каждому ребенку она находит подход, чтобы на уроки дети шли с радостью. И я полюбила баян, и баян полюбил меня, и музыка вот стала моей профессией, моей судьбой. Это не просто работа, не просто профессия. Это, как говорят, призвание – это жизнь. Без этого уже невозможно. Иногда мне, наверное, не хватает строгости. Но дети любят добрых учителей. Я сама так, когда училась, любила добрых. Ну, когда надо, надо, конечно, и потребовать. Вот так надо знать, с кого требовать. Вот. Если много дано ребенку, с него, конечно, больше и требуешь. Благодаря преданности любимому делу Галине Булатниковой присвоено звание заслуженного работника культуры Красноярского края. Знак отличия она и другие ее коллеги получают из рук губернатора Виктора Толоконского. Он благодарит всех за самоотдачу и профессионализм и отмечает, что именно из достижений каждого человека на его трудовом посту складывается мощь региона и всего государства. Вы – слава и гордость России, слава и гордость Красноярского края. Я благодарю вас за ваши дела, за ваше отношение к жизни и к людям, за вашу верность Красноярскому краю. Своим трудом вы являетесь примером для многих-многих других людей, которые рядом с вами, которые стараются быть похожими на вас, повторяют ваши успехи. Также Виктор Толоконский вручает государственные награды. Например, специалисты местной администрации, которые тушили пожар в Дудинке, представлены к медали за спасение погибавших. Напомню, пламя охватило здание мэрии 29 декабря 2015 года. Тогда в огне погибли 3 человека, еще троим пострадавшим понадобилась госпитализация. Вадим Жигульский оказался на месте ЧП одним из первых. Мужчина говорит, меньше всего думал о своей жизни. Полученную медаль он называет неожиданной, но самой ценной из всех наград. Радость, конечно. Не каждый раз, будем так говорить, президент подписывает и награждает людей. Мне, конечно, это такая, которую награждает именно Путин, то есть наш президент. Вот. Первая такая награда. Я думаю, что на работу очень сильно отражается. То есть если ты удостаиваешься такого звания, такой награды, оно как бы тебе подталкивает еще к большим свершениям и достижениям в своей работе. В этот день в Красноярском крае появились новые заслуженные работники сельского хозяйства и физической культуры, пилоты и шахтеры, обладатели почетных грамот и благодарственных писем президента страны и губернатора региона. Всего заслуженные награды получили 62 человека. Анна Московских, Максим Галат. Новости.